Вторая смена в оборонно-спортивном лагере собрала школьников из разных уголков – Малорицкого, Жабинского, Брестского районов, Бреста и Мозыря. Воспитанники лагеря быстро нашли общий язык и привыкли друг к другу. Здесь всем рады. В этом убедился и Стас Пархоменко. Для него это лето запомнится надолго, ведь в лагере он нашел не только новых друзей, но и сам смог стать сильнее и выносливее. Конечно, жалко расставаться с ребятами, мы все очень хорошо сдружились, одна семья, можно сказать. А впечатления только самые наихорошие, педагоги очень... Всегда поддерживают, рассказывают, объясняют. Смена в лагере подходит к концу. Программа, рассчитанная на 14 дней, по традиции завершается контрольным занятием, которое юные защитники Отечества должны пройти достойно. За время пребывания в лагере ребята ежедневно проходили спортивную подготовку и познавали азы военного дела. Пришло время показать, чему они успели научиться. В течение 2 недель воспитанники военно-спортивного лагеря «Патриот» проходили обучение по основным направлениям военной подготовки. Это рукопашный бой, стрельба, тактическая подготовка, физическая, специальная физическая, общая физическая подготовка, инженерная подготовка. На сегодняшний день, сегодня у них контрольное занятие по всем циклам предметов. Построено оно в форме военно-спортивной эстафеты, в ходе которой, получается, они должны одновременно ориентироваться на карте, по карте, находить точки, на которых им будут предложены различные задания, и выполнять задания в соответствии с тем, на какую точку они придут. Перед ребятами стояла непростая задача – выполнить все не только быстро, но и без ошибок. Педагоги следили за безопасностью и технически правильным выполнением заданий каждого воспитанника. Правда, только этим не обошлось, потому как безопасность детей у организаторов на первом месте. Безопасность детей, чтобы они здесь спокойно, без всяких, так сказать, экстремальных условий могли заниматься тем, чем они занимаются. Это, значит, входит туда, это обеспечение средствами от клещей, от комаров. Это все входит в безопасность детей. Совсем скоро ребята смогут поделиться с родителями и друзьями впечатлениями от активного отдыха и показать приобретенные навыки. Ирина Кузьмич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.